Здравствуйте, ребята! Сегодня я вас приглашаю сделать со мной необычную поделочку. Порисуем сегодня акварельными красками, поработаем с декоративными салфетками, также порисуем гуашью. Итак, приступим к работе. Для работы нам понадобятся акварельные краски, свечка, линейка, липкая лента, карандаш, спонжик на деревянной палочке, клей, гуашь коричневого цвета, гуашь белого цвета, декоративные салфетки и плотные листы бумаги формата А4 белого цвета. Для того, чтобы сделать три треугольника, складываем лист бумаги пополам, складываем еще раз пополам, намечаем серединку, берем линеечку. Берем ножнички и вырезаем. Далее берем свечку и рисуем полосочки. А здесь мы сделаем с вами зигзаги. Берем треугольничек поменьше и рисуем снежинки. Берем акварельные краски, наносим аккуратненько красочку по всей поверхности треугольника. Берем плотный лист бумаги белого цвета, акварельные краски и начинаем тонировать нашу бумагу. Подсохло наше основание. Берем картон. Приклеиваем наше основание. Далее берем липкую ленту и декорируем наше основание. Далее приклеиваем наши елочки. Берем клей, тонким слоем наносим на елочки. Далее берем декоративную салфеточку, разрезаем ее. Далее берем гуашь коричневого цвета и рисуем стволы. Берем спонжик на деревянной палочке, макаем в гуашь и рисуем снег. Вот что у нас получилось. Я надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо, до новых встреч!